Комедия, мюзикл или драма? Что же ожидает нас в эти выходные? В ближайшие минуты ответ на этот вопрос дам вам я, Юлия Север, в нашей афише. Самых юных поклонников театрального искусства ждут 30 января в Театре кукол. На сцене спектакль «Крошка-енот». Это история о маленьком, но очень храбром еноте. Однажды мама попросила его сходить к быстрому ручью и наловить раков на ужин. Но по пути главный герой сталкивается с непредвидимыми обстоятельствами. Смог ли крошка-енот принести раков на ужин и увидеть того, кто сидит в пруду, узнаю только самые смелые зрители спектакля. 30 января актеры театра «Камерная сцена» ждут всех ценителей творчества Островского. В спектакле не сошлись характерами, много музыки, танцев и театральных шуток. Живут в городке Черемухине обнищавшие дворяне с говорящей фамилией Прежневы. Кичатся своим дворянством перед соседями-купцами, а сами мечтают о невесте с большим приданным. Легкомысленному трутню Полю Прежневу удается обманом жениться на богатой купеческой дочке простодушной Серафиме, поверившей в его любовь. Но, разумеется, правда всплывает наружу, обманутыми окажутся дворяне. Не пропустите 30 января. В воскресенье, 31 января, в театре «Самарская площадь» комедия «Женитьба». Вполне успешный чиновник в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. Вроде бы и время давно пришло, и хочется тепла и уюта, детей и счастья. Только вот сама процедура смотрин, ухаживание, сватовства и женитьбы пугает. Близкий друг берется за дело, и все вроде бы удачно складывается. Невеста хороша, конкурентов обскакали и уже объявлено о венчании. Но ведь любовь сразу и навечно – это только в книжках. А в жизни всякое случается. Помните, что мы сами творцы своего настроения. Не сидите дома, отправляйтесь в кино, в музей или в театр. Улыбайтесь, и тогда ваши выходные точно будут яркими. Я же, Юлия Север, говорю вам до свидания и, как всегда, желаю всего самого доброго.